точно. И кто-то большой. Слышали? Что он не слышал? Мне шаг послушался такой большой. Да, это Камара идет, блин, слева от тебя. Такая просто незаметная. Вот на мне Камара. Да, я вижу. Че, гона Камара? Да не, ты че? Ему привет, ты все. Такое несется хвостиком. А нахрен я. Камара, я на ХП. Ладно, всем удачи, пока. Чешет, чешет, чешет. Те на Камара сейчас эти Карнычи, а на Карнычи куда прошли? Они ближе, они к первым. Близнецам ближе. Да, да, им это Карнычам возле Камара делать нечего. Мы сосредоточимся и просто на Камара кто-нибудь да придет сейчас здоровый. У нас кто-то через колонки играет. Да, прикинь, Юта засала майку. Да. И умерла. О, Карнычи уже на близах. Угу. Опа, они прям на мне, два Карныча. Все, я увидел. Бежу. В упоре, от меня метров 15. На тебя идет один. Один уходит от меня, и второй уходит от меня. Ладно, забейте на Карнычи тогда. А, их трое, трое вроде, не? Трое, не вижу, так двух. А, блин, он вернулся. Давай, чё, со стороны тогда пойдем. Они сейчас драпут будут давать от нас. А чего? Зачем? Мы с дилки, они маленькие. Три укуса все. Пацаны, ну куда? Да все, они трассы мину пошли на вторые блин. Нет, за этими. Если они сами пошли в атаку, а так мы их загонять. Только что мину жечь. Да мне кажется, это стыдно для Камара. А Майка догоняет Ютку? Да, нет. Да. Тогда или нет? Да, догоняет, догоняет, но медленно. У тебя не шибко больше скорости. Кто его догнал, то его резко вперед убежали. О, вообще меня сейчас выдогнали, как так? Капец. Все, минус две Ютки. О, Рекс. Рекс. Кайф, кайф. Там еще Гиля есть, насколько я знаю. Вон Рекс, я его видел. Да, вижу, вижу. Так, все подошли, да, стаминку под регеня. Да пешком ходите просто, чего. Я пить хочу. Гупа, пьем, а пить хочу. Вода, пей. Так, здесь никого нет рядом, нет? Там два Рекса. Ждем ночи или что делаем? Два Рекса. Ну, они сейчас от воды будут играть. Это понятно. Блин, надо было всю стаю нашу не показывать. Я же говорю, надо было не выходить вообще. Почему? Какая разница? Я пить жестко хочу. Ой, думаю, а чё, где неожиданности? У меня меньше половины. А во второй. Вот второй прям вот за этими деревьями. Третий. Их трое, два, трое. Четыре Рекса. А где четвертый? Да, четыре Рекса. Вот, вон, раз, вон два, еще три, два Рекса, четыре. Вот два Рекса. Здесь сидят они, кстати, я там был у них в группе только что. Ну, чуть-чуть побольше, пораньше. Че, может, отойдем от них, чтобы файта не видеть? У них походу файт будет. А в смысле файт будет? Если мы его не будем видеть, какая разница, мы придем, там трупы лежат. Ну, забрать трупы можно. А споришь? Ну. Миши. А споришь и будешь жрать их? Да, я думаю, они на бой пойдут. С собой на сало возьмет. Да не, если типа они тоже начнут... А, блин, они могут идти, да? Ладно. Так они еще не дерутся. Еще. Ну, посмотреть-то надо. Посмотреть. Я предлагаю напасть, если еще вон на тех двух Рексов, потому что они какие-то скуны. Ну или они тактику придумывают. Галактику. Тактика, галактика. Смотри, несется. Даже вон наискосок пошел. Я хочу посмотреть. Гоу файт посмотрим. Видите, вы близко. А они побежали куда-то, куда они побежали? Они свалили. А бой начинается после укуса? То есть у них еще нет боя? Да. Можно сейчас сказать на тех, кто... Пошли тех, которые... Вот этих двух? Не, других, которые стамину потратили. Да. И сейчас их сожрем, да и все, нормально будет. Те не ворвались.
Да если они ворвутся им. А вот эти за теми идут. Да пофиг, нам главное первыми куснуть их. Чего именно? А кусайте сразу две стороны, слышишь? Зачем? Ну, чтоб, короче, потом тени не съебались. Хуя ты, блядь, придумал. Я рексов на себя сагрю. Я не вижу этих, которые съебали подальше. Да не моё. Я тоже. Ноги. Кто хочет, этот, посмотреть прыжок веры? У нас тут два рекса всем похер. Они где-то прыжок в деревьях, мне кажется, на спринте или просто отдыхают. Мне кажется, они, блядь, на таймер где-то сели и выходят. Я нас не догнали. Но они не могли так уйти далеко. Ну да, просто самое главное во время хватит. Вот рекс. А где они? Хрен их знает. Не вижу. Они шустро свалили. Думаю, они бы не... Хотя они бежали, если на всю стремину. В принципе, слышишь, Майка разваливает юток, я думаю, ее оставить. Ну, я... Рыжие это, которые преследовали, да? Ты как их там разваливаешь? А? Ты как их там разваливаешь на Майке? На Майке? Два удара, на маяк пошли. Да не, они на бублик, мне кажется, ушли, не? Ну, справа нет, я справа нашел только рексов вот этих двух. У тебя какой ник? Скажи, мы кинем пати. Как в Дискорде. Скажи. А, не-не-не, какой-то. А, не меми. Так, слышишь? В смысле, как я на майке юток развалю? Легко. Одна спрыгнула в воду, дура. Вообще, отбитая на голову. Я ее прям наперед просто зашел в воду, догнал ее в воде прям отпиздить. Всё, випать я кинул. А вторая, прикинь, забралась на гору, думала от меня типа убежит. В итоге, раз я ей дал на этой стороне, потом добежал он через воду, через бак. Хотя я застрял, ну, пошли? Секунд 10 провозился, пока выбрался из этих, из трубок. Да, тут стадо. На бублике? Тут парик, еще щётка. Ну вот кто это, куда идти, чего? Говорите ники, когда вот... Мы идем. Сейчас на кого идем? На кого? На бублика. О, а Рекс, вот Рекс возле залива, да. Куда это ему? Файт, не начинайте файт, ждите всех. Не начинаем, мы еще даже не видим их. Только бежим. Че, может, на пляж вышли или? А че, вы по их следам идете или как? Да нет, мы просто на звук слышали, действительно, Рекс. Слышишь? А тут есть Алекс, который был в порту со мной? Нет. Справа Рекса на пляже. Или один. Пляже это хорошо. Хотя, не, лучше бы в деревьях. Да, вижу, лег. Че, давайте грызть его. Они стамину регенит. Это двое, да, два Рекса. Давайте быстрее подтягивайтесь. Спейте за минуту, или ждать. Пока в деревьях. Так он один. Он встал, да. Один. Он просто налево повернул голову, так, как будто справа осталась деловая еще. Встал, на спринт сел. Он разъебанный какой-то. Братан, что с тобой? Споткнулся? А, да мы не видели, нам пофиг. У него был файт с кем? Нам файт. Если файта не видели, можно забить. Побежал. Да, ради бога, пусть. Ой, бежит. Ш-ш-ш,
Шо? Шо он делает? Нихуя он нырнул. Может, парика лучше убьем? Да, Рекс, по-моему, это Джуик вроде бы. Пойду чекну. Так у нас файт с Рексом, не? У нас еще не начался файт, мы не кусили ни разу. Куси, я пойду. Так Рексу плохо, смысл на парика идти. Не, посмотреть. Может, там стадо. Что там опять чем стадо? Карнычи, кстати. Нет. Воде так, в воде не идёт. Без спринта на него так вообще не страшно идти. Не. Чё в воде? А что там на Рекса идешь просто в лоб, и во время того, как он на тебя спринтует, съёбываешь в одну сторону, потом резко на сетке разворачиваешься и влево. А он хуй. А он не может так сделать. У меня Карнычи тут, я могу влететь в нее. Зачем у нас Рекс есть? Ну, у нас здесь файт, и там файт. Ты что делаешь? Ну, пока так, здесь еще не начался. Не дали. Так я вообще в другом месте. А чем ты рассказываешь нам про Карнычи тогда? Если а что, мы там плавать будем или что, если пробежимся по делу? Скорее всего, я да. Я сказал... Там плавать будем. Ну, давай просто выйдем в лес, он же все равно нас не увидит. Сейчас будет темно, и посмотрим за ним просто, куда пойдет. Ну, еще пока светло. А подожди, разве в воде можно все сидеть? Все, уходит. Нет, нельзя, во время, они, ну, даже файта нет, так что можно. Да. О, поплыл. Ой, стаминку так как прожгли мы. Ногу сломал, а, нет. Не-не-не. Еще один справа. Где? А, это Карнычи. А, все, уходит. Че-то вы оба тэпаетесь. Так спим, да. Сервак не выдерживает. Российский, наверное. 142 человека, почти фу. Ой, ёб твою мать. Хуя. Развернулся он, добрый вечер. Наверное, думает, блин, сколько нас, блядь, глистов. Кстати, какой лимит у девок? Десятка. Десятка? А, восемь. Чё так мало? А так на вас 8. Ну 8. У Аликов 8 лимит. Раньше было без лимита, а сейчас, по-моему, 8 сделали. Хотя нас вчера было 13. Мы сейчас посмотрим лимит по-быстрому. Вот, темнеет. Прям как по заказу. Ой, как лагает. Смотрел, он будет разворачиваться, не будет. Он накусывает. По хитбоксу хочет. Но направо повернулся. Ну хочешь он там встать, чтобы к нему не подошли. Первый тир. Так мы-то подойдем. 14 штук у нас может быть в пате. 14 адаутов. Ой-ой-ой. Ё-моё. 14 адаутов. Чё, может, ну в жопу только у Рекса тэпа ищусь. Можно Карнычи начать пиздить. А куда он, чё? Ну, он внизу. Ногу сломать, вообще шикарно. Иди, зайдите с той стороны еще, с той стороны. Да, здесь хорошо нога ломается у них, у Айкоксов. Вот здесь. Ой. Ля-ля-ля. Еще раз так заорет, можно напасть. Так, тут во время крика можно спокойно. Он через тексюр же может кусать, а? Да. Но это запрещено. Ой, ё-моё, он лагает. Все, есть укус. Че, течет? Да? Да, течет. Че, зашибись. Чего там сверху-то встали? Встаньте по бокам. Какая разница, сверху-то никакого-то... Ну и дергайте его. Давай разведем сейчас его на крик просто. Да. Рек разведется. Чё-то Рекс потерялся немножко. Давай, атака.
Течет, течет. Текает, конечно. Ой, нифига ты бесстрашный. Тоже лучше на байте, или, короче, спрыгнули вчетвером, друг друга укусили. Я что, один работать буду, чи что? Тогда. А так чисто. Побегать. Вам. Темнеет. Блин, тут это помехи эти очень мощные. Мне кажется, ему нас плохо видно немножко, если он без гаммы. Знаешь, как ему страшно становится, все темнее и темнее. Хорошо, что он на зетке ходит, вот это кайф. Чем медленнее ты ходишь, тем меньше лагаешь. А мы быстро бегаем, пизда, как мы носимся у него. Вообще, там кошмар какой-то происходит. Ой, ё-моё, офигеть, я так скатился. Пойдем. Он тут в этой в мини портал. Ой, нихуя он сейчас в угол встанет. В порт зашел. Нельзя через текстуру купать, не кусайся. Хвоста можно укусить спокойно. Через текстуру нельзя? На спринте. Он не на спринте. Вот, ну уже нет. Не, он был на спринте, был на спринте. Чего встал, не знаю. А че, он через право решил крутиться, да? Поправо. Через лево? Почему это лево? А, это лево. Лево. Через лево. Чё-то вообще туплю. Да-да, писай. Не могу. Куда-нибудь подальше, вот в дырку, к забору, куда он идет. За стенку. Бля, ну вот дали ему... Чтоб он не вышел отсюда из коробок. А чё ты? Пусть выходит. Сейчас пойдём. Какая разница? Что ты, мужчина? Кусай его в ад. Попал? Нет. По-моему, нет. Ой, я ой-ой-ой. Красиво. У меня залагало. Если есть, будет, можно. Ой, бля, вот это, что это было вообще? Я такую хуйню сделал. Че, еще минус один?